Истины Божьи. Проснулся я со странным ощущением какой-то тревоги. Я чувствовал даже какое-то бессилие. А надо ли и самому оправдать себя перед собою? Но в чем оправдать, я решительно не знал. Только было от чего-то стыдно. И вдруг... выскочил. Ты думаешь, я в тебя так и поверил сразу? А не верь. Ну что за вера насилием? При том же вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Искренно желает добра. Ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блистая, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Но борьба веры и неверия — это такая иногда мука для совестливого человека, что лучше повеситься. Я только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб. Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься? Так что ли? Даже хоть когда-нибудь доброе дело сделать? Когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы в самом деле, и это мне более всего нравится. Только вот ревматизмы опять пошли. А я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю. У черта ревматизм! А почему же и нет, если я иногда воплощаюсь? Я был. При том, когда умершее на кресте слово восходило в небо, неся душу распятого, я слышал радостные взвизги херувима поющего пиющих «Осанна!» и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть хору и крикнуть со всеми «Осанна!». Но здравый смысл, о, самое несчастное свойство моей природы, удержал меня. Ибо что же, подумал я в ту минуту, что же бы вышло после моей «Осанны»? Тотчас же все угасло на свете, и не стало бы случаться никаких происшествий. Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда догадавшись, в чем дело, рявкнул «Осанна». Тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему. Для меня существуют две правды. Одна тамошняя, ихняя, а другая моя. Еще неизвестно, которая будет почище. По-моему, и разрушать-то ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. А слепцы,
Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою падет все прежнее мировоззрение. И главное, вся прежняя нравственность. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, чтобы взять от жизни все, что она может дать. Для счастья и радости в одном только здешнем мире любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни. Всякий узнает, что он смертен весь без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Но одно уже сознание, мгновенность, вселит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную. Где стану я, будет первое место. Все, дозволено, шабаш. Ты стучишь в моем мозгу, как я отвязный кошмар. Да, пожалуй. Но люди-то, они... Боги ли? Совесть болит. Оставь мою совесть в покое. Тогда живи, как все. Мгновением ты сон и не существуешь. Убирайся, дурак! Сам же считает меня за сон и кидается стаканом в сон. По-женски. Со своей совестью, прячась от санкций истины Божьей. Истинный Божий. Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского человека, мыслителя, большого любителя литературы, изящных вещей, автора поэмы под названием «Великий инквизитор». Я тебя запрещаю говорить о великом инквизиторе. Нет уж, извини, я явился, чтоб угостить себя твоим же сном. Лучше молчи, или я тебя убью. Это меня-то убьешь. Но все-таки выслушай меня, если способен, конечно, еще хоть немного мыслить и сострадать. Итак, автор выдумал эту поэму. Выдумал с жаром. О, вещь нелепая. Но мне хочется ее тебе напомнить. Действие происходит далеко, в средние века, в Испании, в Севилье, в разгар
самой жесточайшей инквизиции. Ну так слушай. Действие происходит в 16 столетии в Испании, в Севилье. Самое страшное время инквизиции, когда во славу Божью в стране ежедневно горели костры, сжигали злых еретиков. Итак, на сцену является Он, единый безгрешный. Но это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему в конце времен во всей славе небесной, и которое будет внезапно, как молния, блистающая от востока до запада. Он появится тихо, незаметно, и вот все, странно это, но узнают его. Солнце любви горит в его сердце, и сотрясают сердца людей ответной любовью. И вот в храм носят с плачем детский открытый белый гробик, в нем 7-летняя девочка. Единственная дочь знатного гражданина. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Все ждут. Уста его тихо произносят «Талифа куми». И девочка поднимается в гробе. В народе смятение, крики, рыдания. В эту самую минуту появляется сам кардинал, великий инквизитор. Он все видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. Толпа немедленно раздвигается пред стражами. Те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. И тут толпа вся, как один человек, склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ именем Господа и проходит мимо. Так. Настает темная, горячая севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Вдруг отворяется железная дверь тюрьмы. Сам старик, великий инквизитор, входит в тюрьму. Он один. Дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается и долго всматривается в освещенный лик. Это ты? Ты? Не отвечай. Молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Завтра же я сужу и сожгу
тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать твоему костру угли. Все, что ты вновь возвестишь, сигнет на свободу веры людей. А свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда. Но вот ты теперь увидел этих свободных людей. А между тем, сами они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы. А такой ли ты свободы желал? Великий дух говорил с тобой в пустыне. Он будто бы искушал тебя, и ты отверг эти искушения. В появлении этих трех искушениях и заключалось настоящее громовое чудо. Трех только фразах вся будущая история мира и человечества. Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся. Да, ничего и никогда не было для человеческого общества желание и в то же время невыносимее этой свободы. Видишь ли си камни этой ногой раскаленной пустыни? Обрати их в хлебы. И за тобой побежит это человечество, как стадо, благодарное и послушное. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение. Какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебом? Свобода и хлеб. Доволь хлеба. Для всех хлеба не хватит, когда они не сумеют поделиться между собою хлебом на равных. Всегда найдутся недовольные и завистливые. Когда к тебе взывали, сойди с креста. И уверуем тогда, что это ты. Да, ты не захотел поработить человека чудом. Прошло много веков. А вот и вознес до себя. Человек слаб и подл. Он повсеместно бунтует против власти. И на месте храма твоего воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. Впрочем, и она не достроится. Достроит ее тот, кто накормит народ. А накормим лишь мы во имя Твое. И нет заботы мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. И чтобы непременно все вместе. Из-за этого всеобщего преклонения они истребляли
истребляют друг друга мечом и огнем. Ибо никогда они не смогут разделить хлеба поровну. Зависть и корысть всегда будут грызть их. Это потребность человечества во всемирной, глобальной. И согласный муравейник есть третье и последнее мучение людей. То мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Так кто же виноват, что миром правит сатана? Если кто и заслужил больше наш костер, так это ты. Но кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорный, столь по-своему любящий человечество, существует и теперь, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны от несчастных и малосильных людей. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит. И вот он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные уста. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи никогда!» Пленник уходит. Вот и весь ответ. Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. Эта поэма есть хвала Иисусу, а не хула. Так ли надо ее понимать, эту свободу? То ли понятие свободы в православии? Да, пожалуй. Но люди-то они боги ли? Что тогда? Вновь Вавилонская башня. Я-то думал литературным изложением прельстить этой осанной. Со своей совестью, прячась от санкций истины Божьей.